Зауральская трэа баяністаў, творчы калектыў, які з'яўляецца сапраўднай візітнай карткай гэтага рэгіёна. Дзякуючы супрацоўніцтву Гомельскай і Курганскай абласных філармоній, музыканты ўпершыню выступілі ў Беларусі. Выканаўцаў-віртуозаў прымалі прыхільнікі музычнага мастацтва ў Мазыры, Калінкавічах і Гомелі. Обменные гастроли заўсёды цікавяць як самих выканаўцаў, так и гледачоў. Артыстаў нават не бянтэжыць тысячы километров, якія приходится пераадольваць для некалькіх выступлений. Ехали на поезде сначала до Москвы 36 часов и чуть больше 13 часов уже из Москвы в Гомель. В Москве была приятная пересадка. Дело в том, что все мы закончили Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве. Вот. И для нас эта пересадка, вот то время, которое мы находились в Москве, оно было приятным. Сучасный состав зауральского трио баянистов четвертый по лику. Разом яны выступают уже 11 годов. Кажут, собрать троих профессийных выканаўцев и подстроить каждого под дух инших – справа не из легких. Все музыканты должны быть близки друг другу по возрасту, по духу, по возможностям. Три баяниста в один год достаточно сложно собрать. Вот. А самое сложное потом еще и остаться работать втроем, потому что двое всегда против одного. Находить какой-то компромисс – это сложно. Складанасць уяўляе яшчэ і адсутнасць рэпертуару, напісанага адразу для трох баянаў. Выканаўцы робяць асабістыя перакладанні музыкі, сольныя творы перарабляюць у трыо. І так у канцэртнай праграме з'яўляюцца нумары родам з эпохі барокка, створаныя па матывах рускай класікі і сучасных хіту. У год калектыў дае да 70 канцэртаў. Маглі б і больш, аднак трэба выдаткаваць час і для вучэнняў. Все трое работаем в Курганском областном музыкальном колледже. Ведем разные предметы, то есть это может быть как концертмейстерское искусство, также сольное исполнительство, ансамблевое исполнительство, то есть инструментовка. Ну, музыканты разносторонние личности. Тем часом, покуль зауральское трио баяністаў гастролировала по Гомельшине, у стенах их родной Курганской филармонии выступала наша инструментальная трио «Лирыца». Евгения Кухарона, Калеся Рудзянкова, Яўген Макеенка, телерадиокомпания «Гомель».